12 февраля року 2011 будем говорить о вывое в Египте. За первое хочу познаменать, что те комментарии, которые словенские медиа поскидли о том, что се деє в Египте, су негоднотне, повім то так. Єднодухо, там був покус зо сторони некоторих медій ніяким способом ту ситуацію попісати. Найв'язав до околності тен покус вийшов каналу Театрі, але не попісали подстату, а в подстаті většина частих уваг се звергла на абсолютно нерелевантне дебати о том, чи буде або не буде в Єгипті демократія. Так же, зачнемо від демократії. Президент Хосні Мубарак, 82-річний старець, як не будемо вибирати слова, 30 років, железною рукою владав Єгипту, а всім то виговувало. Найв'яз то виговувало Споленим Штатом, а Ізраїлю. А абсолютно ніхто се не затяжував тим, що чи є або не є при Мубараку в Єгипті демократія. То є той перший бот. Другий бот. Се ускутечнило нічо, чому уж се снажили дати назву панарабська революція. А се то не зачало в Єгипті, се то зачало в Тунісі. А досить се то подобало на так званій фарібній революції. Так же, в подстаті, тен зачаток, причо одразу он зачав бити диктатор, скорумпований, ма 70 мільярдів, то при Бога ніхто не ведел, що тен Мубарак є так злі, говорим в увадзовках. То була така нова справа при всіх, но určitě не. Був активований істий геополітичний план, який некоторі аналітики се снажа попісати, ако овладнуті Спойними Штатами Великого Востоку, Великого Виходу. Великий Виход в хапанні доктрини, на який се поділав такий знамий візіонар Бжезінський, в подстаті є цілий муслимський світ, кіть не будем акуже йти до деталів, так 99% муслимського світу, або 95%, то є Великий Виход, який треба овладнути. То є доктрина. Що про Європу, про Словенську обнаша тенто вивой? Обнаша нові грозби, які су евідентні, а о которых з дворазним словенські медії не інформую словаков, а не, словаці зоставаю в том, тим же většина з них, або абсолютна většина, є обмедзена своєю речь о том, что они ведят в подстате внимать информацию ибо в словенщине, так словацы о том ведят то, что им поведя, а поведя им зруба то, что пойдем подпорить демократию в Египте, а же будет там добрый новый водца, будет Аль-Барадей, або Эль-Барадей, человек, который осит половичку своего живота стравил в Женеве, во Швейцарску, ktorými okamžite dali taký ako, takú prezývku egyptský Gorbačov, ktorý zaručene nedokáže ovládať túto krajinu. Takže keď hovoríme o následkoch, následky pre celú Európu s dôrazným, to nie sú iba následky pre Slovensko, sú dosť alarmujúce v tom slova zmysle, že ak je to začiatok овладнуті Споленими Штатами того Великого Востоку, Великого Виходу, Большого Востока, який се зачина від Алжира, се кончи негде в Пакистані, так тото овладнуті се не заобійде без воїн різного розсягу з дворазним, на що некілька попередних русських аналітиків зачало окамжите поуказывать, что в подстате то-то се не заобиде без войн. Что знаменают войны при Европу? Кедь сам трошку о том говорил в телевизии, так там был один пан, который
Аж і тому не вельми розумів, лебо скушав говорити о том, що ропа не огрожена, лебо Єгипт не ма ропу. Єгипт не ма ропу, Єгипт ма іба Суэцкий преплав, через який іде ціла ропа Близького Виходу до Європи віддалі. Так же, в подстаті Єгипт є, як хочете, як би сам не вибирав слова, поведав би сам, що це серце арабського світу. Є то еталонна країна, є то країна найвищої взделаності. Єгипетський діалект арабчини є еталонний, є якоже є взорний, лебо повецьме араб з Лівії вобець не се не розуміє з арабом з Ємену. Вони потребують перекладателя, сам був свідком того. Лебо сице є то єдна річ, якоже в писомній подобі, але вельми розна. Египет є єдиний арабський штат, який має сильну армаду, з дворазним, в якій армада творить костру народа, творить костру господарства, творить костру політики. А тento штат перед нашими очами є дестабілізований в тейто фазі. Мубарак не хотів одійсти, Мубарак одійшов, akože tá destabilizácia sa stala realitou. A kto a čo za tým stojí, budeme vidieť za chvíľu, ale zdôrazním, ten celkový vývoj je pre Európu zlý. Je zlý pre celý svet, sú to zmeny, ktoré nemôžu priniesť. A chcem to zdôrazniť, akože pre našich čitateľov, hej, lebo oni budú vedieť viacej ako ostatní. Nemôžu priniesť nič iné, akokoľvek sa budú vyvíjať, ako ohrozenie ropy Blízkeho východu, ktorú aj tak do veľkej miery ovládajú Spojené štáty, ale povedzme, že ten celkový vývoj, keď ho presne zadefinujem, je o tom, že chcú viac. Že chcú to ovládať celé, že potrebujú z hľadiska svojich geopolitických plánov, z hľadiska svojej stratégie, potrebujú proste ovládnuť tie režimy, ktoré im prestala. To oni aj tak sú submisívne, keď zoberieme Saudskú Arábiu, Egypt, všetky režimy sú viac menej podriadené Spojeným štátom, vrátane aj Pakistána, o ktorom by sme hovorili zvlášť. Ale chcú tam väčší podiel moci, chcú vlastniť väčší majetok, chcú ovládnuť túto ropu viac, ako ovládajú doposiaľ. Toto je meritum veci, o ktorom sa nerozpráva, a tento pokus bude sprevádzať odpor, samozrejme, lebo nikto nechce dať len tak to, čo mu patrí, a to môžeme povedať aj o kráľovskej rodine v Saudskej Arábii, aj o Egypte, o vojakoch v Egypte a tak ďalej. A je to vývoj, ktorý najviac v tejto situácii destabilizuje celú situáciu v našom svete. Ten priamy dôsledok, ktorý sme trošku aj pocítili, zvýšenie cen ropy, je iba jeden z možných, zdôrazním, lebo dobre, ceny ropy sa zvyšujú pod vplyvom množstva rôznych faktorov, ale ak dojde k tomu, že celý islamský svet bude úspešne destabilizovaný, znamená to, pre Európu to znamená, akože keď by sme rozmýšľali, čo to znamená pre Spojené štáty, No by som povedal, že tie dôsledky môžu byť aj v pluse, aj v minuse. Inak by to nerobili. Pre Európu to je minus. Dokonca keď sme o Rusku uvažovali, že ten vývoj pre Rusku do akej miery je ohrozujúci, tak Rusko je jeden z najväčších výrobcov, exportérov ropy a plynu. Takže aj Rusko tam bude mať aj plusy, aj minusy. Utrpí tým Čína z rôznych dôvodov. Takže toľko zatiaľ o vývoje
в Египте, ktorý budeme sledovať veľmi pozorne, budeme o tom rozprávať, lebo si myslíme, že nie je to, je to minimálne rovnako dôležité ako to, čo povedal v slovenskom parlamente proste nejaký poslanec, ktorý raz chce opustiť koalíciu, raz chce zostať, potom zase chce opustiť, zase chce zostať. Je to dôležité samozrejme, ale to, čo sa deje v Egypte, je dôležité tiež.